Ребятушки, всем привет. В общем, такой видосик решил снять. Я думаю, у вас, как и у меня, цветочки хранятся на балконе, да? А сейчас, как вы знаете, жара, короче, до 40 доходит, несмотря на то, что у меня вот весь балкон, скажем так, светоотражающей пленкой, да, завешен. Цветы от жары, гляньте, погибают. Вот кактус еще нормально цветет, вот эта пальма какая-то цветет, и вот такая вот пальма у меня цветет, да? Окей, а вот такой цветок, он уже вянет, поэтому не забываем регулярно вот, поливать водой, особенно вот такие вот цветы, которые не предназначены для жары, да? Спрыскивайте их листья, да, там брызгалкой какой-то. А вот эти цветочки, они чувствуют себя как надо. Гляньте. Ну, хотя тоже надо вот так делать. Не переживайте, сейчас жара такая стоит, что вся лишняя вода сама испарится. Вот. Поэтому работаем над этим. Всем пока.